Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию в российский «Азиот» 2017 объявляются открытыми! Ну что, друзья, и сейчас тоже важное событие для того, чтобы нам всем зарядиться и отправиться уже на дистанции, пока мы никуда не расходимся, а приветствуем здесь, прямо сейчас и перед нами победителей и призеров межрегиональных всероссийских соревнований и первенства России, учащиеся детско-юношеской школы номер 15, отделение УШУ, тренер-преподаватель Шаломеева Анна Алексеевна, с показательным выступлением для вас. Ваши аплодисменты! Спасибо всем большое. Церемония открытия состоялась. Это значит, что через
несколько минут. Смотрим на часы, буквально 5 минут. У нас остается до первого старта открытой группы. Участники этого старта вот прямо идут вслед в зону начала, в зону старта. За Андреем Валерьевичем, за Алексеем Борисовичем. Они уж не зря сказали, что мы побежим за ними. Да, вот большая колонна участников. Друзья, мы вам желаем побед. Мы вам желаем отличной, яркой спортивной борьбы и высоких результатов. Да? Не забывайте делать фотографии и селфи, выкладывайте все это с пометкой хэштегом «Российский азбук». Подходите делать фотографии сюда, будем друг друга узнавать, будем друг друга, конечно же, отмечать, лайкать, но и все дела, все-таки мы живем в 21 веке. Вот уже пошли девчонки на фотографию и сделать это отлично. Мальчишки, их поглотил азарт, они убежали вперед, но все должны будут найти 9 контрольных пунктов и вернуться на стадион прямо на финиш. Юноши 2005 года рождения и младше, ваш старт состоится через буквально несколько минут. Успейте подготовиться, ну и все внимание на судью, все внимание на Анатолия Алексеевича. Маша! Можно поискать? То есть куда побежим? Куда? Вниз? Юноши отправятся на дистанцию ровно в 11 часов 10 минут. Время специально для вас появляется на табло, которое вблизи зоны старта. Следите внимательно и не забудьте приготовиться. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, наверное, поверху вниз не надо? 6, 7, 8, 9. Стоп, я забыл. Еще время есть, вот отсюда считайте, 5 раз, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот одно выкинешь какое-нибудь. Вот это можешь выкинуть, ты туда можешь не надо лазить. Или вот это дальнее. Смотри сам, какое лучше. Соединяй лучше. А вот это что пропустилось? Это что? Почему 10 получается? Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, последний 10. Все. Вот Маша. А? Ой, Богдан. Богдан, ты Маша плавит? Минута с небольшим остается до очередного старта. На дистанцию отправятся юноши 2005 года рождения и младше. Количество контрольных пунктов 11. Ну, вот они побежали, мальчишки. Мы желаем вам удачи. Надеемся, отъезды на троне фонда. Thank you.
В зоне старта сейчас находятся девчонки 2005 года рождения и младше. Им необходимо будет пройти 10 контрольных пунктов. Их старт состоится через 4 минуты. Какой номер финиша? Я не знаю, кого. Какой номер? У кого? Финишного КП. Финишный 50-й. 50-й. Еще активнее шевели. Да, вот так красиво, да. Шевелим булочками, шевелим. Успел. Так нечестно. Следующий старт через 9,5 минут. На дистанцию отправятся юноши 2003 года рождения, 2004 года рождения. Можешь еще раз помахать. Первый раз она не писала. Кнопку нажал, что-то не сработало. Давайте сейчас камеру включат, а? Через 10 позовем всех на церемонию награждения для самой младшей возрастной категории. А теперь в нашем любимом городе начинается его величество дождь. Что это значит, друзья? Это значит, что наши соревнования становятся по-настоящему сибирскими. Настоящим сибирской погодой. С настоящим сибирским характером мы должны не бориться. Мы с вами не сахарные, мы с вами финаловые спортсмены, которые сегодня преодолеют все испытания. В том числе и дождь, друзья. Вы бабы, снимите свои обуви, вискорзите, не падайте. Совсем скоро ждем встретить церемонию награждения. Давайте встречаться, друзья, на чаще. Когда мы с вами увидим, вы будете выше меня и победите на кубке спорта. Что лучше мы будем поздравлять и награждать? Я все-таки думаю, в 2005 году еще никто в университете не учится, хотя надо посчитать, но уже становится сложно. А у меня вообще то, что люди 2000 там какого-нибудь 12-го года рождения. Мы знаменитость. Для меня уже тоже. Прямо сейчас остав на свою дистанцию отправилась очередная возрастная категория. Это девушки 2003-2004 года рождения. Они наверняка 12 контрольных. А пунктов сделают там отметки и вернутся на стадион в зону финиша. А следом, через 9 с небольшим минут, на старте окажутся юноши 2001-2002 года рождения. Юноши 2001-2002 года рождения. Просьба пройти в зону старта, приготовиться. Ваш старт состоится буквально через 9 минут. Сегодня церемонии награждения. Давайте друг друга похлопаем, поприветствуем еще раз. А
Награждать мы будем не просто так. Награждать мы будем замечательными кубками и медалями. Для награждения сюда мы уже пригласили Евгения Ивановича Новика, заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации города Томска. Ваши аплодисменты. И, друзья, мы начинаем! Итак, давайте узнавать, кто же они. Тройка призеров самой младшей возрастной категории «Российский азимут 2017». Начнем мы с девушек. И третье место занимает Михальчук Анна! Евгений Иванович, конечно же, улыбается рукопожатие. Эта медаль оказывается на груди и диплом. Аня, Арина, мы вас приглашаем, да, сюда. Евгений Иванович, тоже поближе, для того, чтобы сделать фотографию. Вот вам уже машут с медалями, с дипломами. Но вот пока кубок мы именно чемпионке не вручили. Но это у нас впереди, я думаю, юноши сейчас это сделают. Ну и давайте аплодисментами проводим девушек. Спасибо большое! Идем дальше и прямо сейчас будем говорить о юношах. Итак, третье место. Воспитанник детской юношеской спортивной школы зимних видов спорта. Андрей Новиков. Андрей показал сегодня отличный результат. И по праву поднимается на пьедестал. Спортивная, сдержанная, но неподдельная радость, конечно же, Андрей. Андрей, мы тебя поздравляем. Второе место. И мы зовем сюда Владислава Морозова. Вот это профессионалы. Вы оценили этот уровень, да? Обязательно пожать руку, партнер. Обязательно. Ну и после этого только занять свое место на пьедестале. Все это он, Владислав Морозов. Еще раз давайте похлопаем. Первое место. Отличный результат. Воспитанник школы номер 37. Евгений Родичев. Ну вот теперь мы на первом месте, мы на пьедестале, видим уже наконец-таки этих замечательных спортсменов. Ну и кубок в руках чемпиона! Аплодисменты, друзья! Памятное фото всем нужно вот сюда, на первый пьедестал встать, вот сюда. Евгений Иванович поближе немножко, да, ну и отличная фотография прямо сейчас. Вот они чемпионы! Вы знаете, пройдут года, я думаю, мы будем видеть их все выше и выше на пьедестале, по как минимум, потому что они сами раз вас проводим. Вот такая получилась первая церемония награждения. Дальше больше. А уже сейчас стартуют очередные возрастные категории. Сейчас разберемся и узнаем, кто же там стартует обязательно. Ну и встретимся на церемонии награждения, я думаю. Поляна выиграет.
Саняк, вы руки прыгаете. Чучуша. Самое начало большого пути. Второе место. Алена Иванова. Алена показала отличный результат. Совсем немного и не хватило до первого места. Поэтому впереди, я думаю, ждет ее большой успех. И первое место. Девушки 2003-2004 года рождения. София Кухальская! Должны звучать правильно. Спортивные такие, хорошие аплодисменты девчонкам, красавицам и спортсменкам, которые сегодня на пьедестале. Ура! Вот она, тройка. Ну и вместе встать всем. Вместе можно встать всем вот на первый пьедестал, да? Для того, чтобы сделать одну еще фотографию и после этого перейти к награждению юношей. Большое спасибо, девушка. Итак, прямо сейчас поговорим о юношах. Также 2003-2004 года рождения. Третье место. Матвей Гордеевский. Будет между двух Матвеев, можно будет загадывать желание, хотя желание на сегодня победить у него уже исполнилось. Первое место! Андрей Шипенок! Между Матвеями в следующем году стоять здесь же, уже в своей очередной возрастной категории. Давайте парням похлопаем. Мы все вместе на первой строчке пьедестала. Еще одна памятная фотография. Заслуженные эти ребята сегодня справились со всеми погодами. Заслуженное третье место, медали, конечно же, диплом Минспорта России. Была, конечно же, борьба, как и во всех забегах. Так вот, в борьбе этой второе место занимает Юлия Новикова. Узнать, кто же поднимет кубок над головой. Первое место. Валерия Сукач.
сердце на груди. Ну и сейчас кубок в руках чемпиона. Памятные фотографии. Пойдемте, стойте, не убегайте. Ничего, ну мы хотим вас видеть побольше. Вот на первую строчку все пьедесталы, на первое место пьедесталы. Все встанем обязательно где-нибудь рядом. Ну и вот таким тандемом мы сделаем фотографию. Спасибо большое девушкам, красавицам. Круглый номер 145. Захар Вихрь. Между юношами. Так вот, в этой борьбе на второе место вышел Сергей Кирьянов. Первое место. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта Андрей Алипов. С каждым награждением все тяжелее доставать на первое место, все выше и выше и сильнее спортсмены. Ну что, вот она тройка. Тройка юношей, тройка призеров и победитель возрастной категории 2001-2002 год рождения. Общую фотографию нам нужно сделать и после этого под аплодисменты проводить вам навстречу очередных спортивных успехов. Саша, дождись. Либо этот выкидывает, либо этот нам выкидывает. Да этот не надо выкидывать, он с трех шага. Ну, тогда этот однозначно. Внимание, марш!
надо и меня поставить. Все, теперь гармонично все это выглядело. Спасибо большое. Нам с Андреем Валерьевичем было очень приятно находиться рядом с вами. Итак, третье место среди мужчин. Роман Онищенко. Второе место, и сегодня на пьедестале Тимофей Поздеев. Первое место в этой борьбе занимает Константин Картавцев. Вот она, мощная, сильная тройка призеров. Спасибо большое вам. Ну что, мы ждем участников финального забега для того, чтобы провести церемонию награждения. Осталось совсем немного. Я напомню, да, что сегодня отличный спортивный день, посвященный всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию. Российский азимут 2017 в городе Томске. У нас все получилось и продолжает получаться. Еще одна церемония награждения предстоит нам. Мы благодарим всех спортсменов, которые уже выступали сегодня. Ну и обязательно увидимся на очередных спортивных мероприятиях вместе с вами. Все? Как успехи? Наверное, последний. Ну раз. Результат. Второе место. Ольга Урбановская. И, наконец, первое место. Надежда Поздышева. Прекрасные, спортивные, замечательные. Да, вот можно всем вместе, да, на первую. Да, именно туда, к первому месту, поближе. Можно помахать, говорят, да? Вот он, кубок над головой. То самое, ради чего каждый спортсмен, в общем-то, и участвует, да, в различных спортивных событиях. Отлично. Спасибо большое. Мы переходим к мужчинам. Третье место. И мы приглашаем сюда Виталия Дуева. Третье место российского азимута 2017 года. Дуев Виталий. Убежал. Виталий, это значит, что мы переходим ко второму месту. Второе место. Виталий Бибик.
наконец, первое место! Владимир Сидоров! Всеволод Докторов! Вот они сильные, прекрасно, да? Еще что-то. Сейчас, еще одно награждение, а потом всех обязательно. Потом всех. Да, поэтому не уходите с крупными, кто с медалями. Нам нужно подвести среди женщин, конечно же. Это что значит? Это значит, вы представляете, сколько спортивного азарта у нас, у томичей, несмотря на возраст и поколение. Все мы живем спортом, и это прекрасно. Где ваши аплодисменты? Вот все финальные призеры, пройдем сюда на сцену, сделаем фотографии. Все, и девушки, и женщины, и мужчины, все сюда. Все медалисты, все призеры, пойдемте, все сделаем одну большую яркую фотографию. Пойдемте, девчонки, это приглашение дорогого стоит. Пойдем сюда, все те, кто остался, спортсмены, болельщики, пойдемте сюда. Даже я, да, заслуженный чемпион по ведению спартакиад, стану здесь. Давай. Для того, чтобы нам все вместе войти в историю. В историю как людям, которые связаны со спортом в нашем родном городе Томске. Россия, Сибирь, теперь давай крупно, бери правее.